Сегодня глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов принимает участие в главном событии 27-го Петербургского международного экономического форума. Пленарное заседание открыл президент России Владимир Путин. В своем выступлении глава государства назвал основные направления движения нашего государства во внешнеэкономической политике и рассказал о результатах и дальнейших планах по укреплению социально-экономического положения внутри страны. В нынешних условиях и в долгосрочной перспективе Россия будет только укреплять свои позиции, потому что готова эффективно отвечать на глобальные вызовы, осуществлять техническую трансформацию, демонстрировать устойчивость и принципиальную позицию сильного государства. А социальные и экономические инициативы главы государства – конкретные практические шаги по улучшению качества жизни, отметил глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов. Владимир Путин снова заявил о готовности России предлагать другим странам технологические партнерства, которые позволят наладить сотрудничество между государствами. Тем более наша страна уже входит в четверку ведущих по размеру ВВП по паритету покупательной способности. Рашид Тимрезов выразил благодарность президенту за всестороннюю поддержку регионов, в частности за социальные и экономические инициативы. Вы знаете, мы продлили до 2030 года действие семейной ипотеки. Льготный кредит по ставке 6% могут получить все российские семьи, где растут дети в возрасте до 6 лет. Предлагаю здесь дополнительное специальное решение в социальной сфере для семей, которые живут или хотят приобрести жилье в малых городах или в регионах, где пока объем жилищного строительства недостаточен. Здесь семьи с двумя детьми смогут воспользоваться семейной ипотекой под 6% независимо от возраста детей. Единственное условие, чтобы хотя бы один ребенок в семье был несовершеннолетним на момент оформления ипотеки. И еще, такие же льготные условия ипотеки будут действовать во всех регионах России для каждой для каждой семьи, которые хотят построить свой дом, для каждой семьи, которая хочет построить свой дом. Это особенно важно для больших многодетных семей. Я прошу правительство запустить эти программы уже с 1 июля текущего года.